Всем привет! Сегодня мы покажем новинку на российском рынке, а именно жесткий коврик от GMAX с RGB подсветкой. К сожалению, девайс к нам попал в руки только после новогодних праздников, несмотря на то, что мы делали все, что от нас зависело, чтобы получить коврик в прошлом году. Так как прекрасно понимаем, каково это каждый год выдумывать, что же подарить друзьям-геймерам. Как новогодний подарок, увы, мы уже не успели, но держа в голове 23 февраля и 8 марта, мы уже во всеоружии готовы к праздникам. Что касается коврика, то мы его не нашли даже ни в одном разделе на официальном сайте GMAX, тем интереснее будет вам его показать. Итак, коврик, во-первых, жесткий. У вас не получится его постирать, когда он запылится или запачкается, будь он тряпичным. Длина USB кабеля 1,8 метра. 10 вариантов подсветки меняются касанием пальца. Откровенно говоря, к его поверхности пришлось какое-то время привыкать, так как не меняя чувствительности после тряпичного коврика, действия мыши в играх показались какими-то сверхбыстрыми. Возможно, дело в металлическом основании самой мыши. Так или иначе, будьте готовы подобрать под себя нужную вам чувствительность еще раз с этим ковриком. Размеры коврика перед вами. При цене в районе 1700-1800 рублей на фоне конкурентов, на наш взгляд, это отличный подарок для себя любимого или для близкого вам человека. На этом все. До новых встреч. Увидимся в нашей группе. Пока.